Hello. Hello. How are you there? I'm fine too. And it's a very interesting class today, Unit 16. Please read the task. Some, any, how much, how many? Good. Ну, для тебя и для ребят мы кое-что добавим, кое-какие объяснения сделаем. Some, над some мы напишем плюсик. Ну, я в данном случае сбоку поставлю some. Okay. Some плюсик. А над any напишем минусик. И вопросик. А тебя я попрошу ребятам рассказать, что это означает. Сам в каких предложениях употребляется? Сам В положительных. положительных Good. А any в каких? в Минусик что означает? Какие? минус значит Отрицательное предложение. Например, я не люблю мороженое, я не хочу идти в школу, я не умею кататься на велосипеде. Это все какие были предложения с «не»? Эй, они были отрицательные. И еще вопросик. Что означает вопросик? Вопросик. Что any употребляется где? Вопросы. В вопросах. И я тебя прошу еще раз тогда это несложное правило сказать. Сам употребляется в каких предложениях? Положительно. Кать? Any? Эни в отрицательных Или? или вопросах. Или в вопросах, или в вопросительных предложениях. Пять. И второе разъяснение, которое я хочу, чтобы ты сделала. How much? Ну, начнем с much. Это for countable or for uncountable? Countable это какие у нас существительные? Countable. Исчисляемые. Исчисляемый. А uncountable? А Countable? Неисчисляемый. исчисляемый. Так much для каких существительных? Матч для Uncountable. анкансибл. Те, которые мы не можем посчитать. Ну, например, please read. Please read. Salt. Please read salt. Salt. Can you translate salt? Соль. Мы можем ее посчитать или нет? Либо будем целое столетие. And please read sugar. Сахар. Можем посчитать sugar. Нет. Good. And please read flower. Слава, мука, матч. Much. Тоже uncountable. 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 Good. Ну и так далее. Большое количество. How much? Much это много. How much это сколько? Но только для каких? Countable либо uncountable. How much? Сколько? How much для Uncountable. uncountable Good. нечисленных. Thank you very much. Сколько? Только сколько муки, сколько соли, сколько сахара. Окей? Сколько хлеба? Я не говорю, сколько пачек.
муки. Я не говорю, сколько батонов хлеба. Я имею в виду вообще хлеб, вообще соль. Окей, good. And many. А many for countable or for uncountable? Countable. Ну, давай ты, их так много вокруг тебя, исчисляемых существительных, даже где там ты сидишь. Компьютер, стол, лампа, ручка. Glasses. What? Glasses. Again. Glasses. Очки. Glasses? Очки, да. Ну, не лучший вариант. Давай еще. Glasses, да, хорошо. Ну, еще какие-то варианты. Стол. Тут так долго ты будешь. Table. Chair, good. Окей. Ну и огромное количество велик. Ну да. Ну ты мне все-таки скажи, да. Окей, байк. Это что у нас? Байк – это велосипед. Велосипед. Или байсикл. Что байк можно еще понять как мотоцикл, но байсикл – это однозначно только велосипед. Окей. Итак, это countable. А how many – это сколько, но когда разговор идет countable or uncountable? How many countable? Countable, good. How much? Please read. Please read. how much uncountable? Good. And now, and just read every line. Read everything. Please read. Much salt, sugar, flour. How much uncountable? Many table, chair, bike. How many countable? Good, very, very nice. Very nice. And now, let's listen. Ready to listen? Yes. Good. Let's listen. Okay. And here we are. Okay, good. Page 68. Page 68, repeat. Page 68. Good. Presentation. Presentation. I'm hungry. I'm hungry. Are there any crisps? Are there any crisps? Good, crisps, хрустяшки. Ну, сушеные орешки, сушеные какие-то сладкие штучки. No, there aren't any crisps. No, there aren't any crisps. I'd like some ice cream. Is there any ice cream? Is there any ice cream? No, there isn't any ice cream. No, there isn't any ice cream. Oh, good. There are some biscuits in this box. Oh, good. There are some biscuits in this box. Oh, Dave, there are some bird biscuits in the cupboard. Oh, Dave, there are some biscuits in the cupboard. See them? Don't eat. Don't eat them. They're for Corky. They're for Corky. Good. Oh. Good. Buy biscuits, то есть специальная еда для кого, Коки? Для Коки. Good. И он, ну, наелся
замечательных печений для попугайчика. Good. And so, please read here. Countable nouns. Please read. Countable nouns. Good. A biscuit. Okay. Three biscuits. Good. An apple. Good. Two apples. Excellent, excellent. Thank you so much. And uncountable nouns. Please read. Ice cream. Good. Sugar. Good. Ну вот, а теперь мы поговорим о some и any. Okay. Countable nouns. Repeat. Nouns. Good. Positive. То есть с плюсиком. С плюсиком. Please read. Positive. There are some crisps. Crisps. Почему сам, а не any? Сам, потому что positive. Positive. Потому что плюсик это положительный позитив. Я даже его красненьким сделаю. Good. And now negative. Negative. Ага. Please read. There aren't any crisps. Good. Question. Questions. Are there any crisps? Wonderful. Are there any crisps? Okay. Здесь мы видим, что в negative, то есть в минусике, или в questions, не сам, а что? Any. Good. Thank you, thank you. Okay. And now, uncountable. The uncountable, неисчисляемое, не забывай, пожалуйста, про is. Is для uncountable. Те, которые посчитать нельзя, мы употребляем is. Please read. Positive. Positive. There are some crisps. Где there are? Ой. There is some ice cream. Good. Negative. There isn't any ice cream. Great. Is there any ice cream? Oh, wonderful, 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 wonderful. Okay, great job. Now, this is the first part of our class. See you in a sec. Goodbye. Goodbye.